Сегодня здесь, в сквере, мы возложили цветы молодогвардейцам, тем самым людям, которые вдохновили нас, когда-то вдохновили нас на создание организации «Молодая гвардия Единой России». «Молодая гвардия» открывает вместе с партией «Единая Россия» новые представительства на новых территориях. Мы открываем свои представительства и гуманитарные центры партии в Запорожье. Соответственно, проездом в Запорожье мы приехали сюда, на Луганскую землю, место, где мы открыли представительство «Молодой гвардии» в мае этого года. Мы сегодня встретимся с активом, посетим гуманитарный центр партии, оставим гуманитарную помощь и одежду для наших мерчей, для наших активистов.